У Азербайджана политика так и осталась прежняя – уничтожать все, что связано с историей, культурой и религией армянского народа на исконно армянской территории. Поэтому они и поступают таким образом. Уничтожив именно христианство на армянской земле, они хотят уничтожить практически дух армянского народа, потому что религия – это как раз духовность народа. Поэтому они такую проводят целенаправленную политику по уничтожению именно храмов, которые являются носителями культуры и истории армянского народа. Это акт вандализма по отношению и к памятнику истории и культуры, и к памяти народа, который имеет богатейшую историю мировую. А совершают ее те, кто даже 100 лет, как получил государственность, и никогда своей истории не имел. Все практически памятники с течением времени, которые находятся на оккупированной Азербайджаном армянской территории, они уничтожаются. Они уничтожают и храмы, уничтожают и могилы, уничтожают и светские здания, чтобы нигде не было памяти о том, что эта земля была исконно армянской. С этим бороться надо, чтобы за Армению стояли мощные силы мирового сообщества, которые бы указывали азербайджанским властям о том, что это недопустимо в 21 веке вести себя таким образом. Это просто выходящая из рамок ситуация, когда какое-то государство имеет таких лидеров, которые не хотят, чтобы люди знали чистую историю, которая существовала именно за Кавказом. Прецеденты были определенные международные процессы, когда вот таких вот, скажем, деятелей власти, их наказывали за то, что они уничтожали на других территориях памятник истории и культуры. Но все зависит от мирового сообщества. Армении тяжело бороться.